торговая платформа заинтересовала банкиров. Около 20 крупнейших банков заявили о желании присоединиться к торгово-финансовой платформе Гонконга и Сингапура, работающей на технологии блокчейн, на сингапурском фестивале «Финтех». Платформа создана Управлением денежного обращения Гонконга совместно с денежно-кредитным управлением Сингапура. Планируется, что она позволит установить новые мировые стандарты и позволит отслеживать торговые потоки между Сингапуром и Гонконгом. Исполнительный директор HKMA Ли Шупуй сказал, что он также ожидает присоединения европейских финансовых организаций к работе с этой платформой.